Всем привет, меня зовут Вованчик. Боже, кринж. Под прошлым видосом большинство проголосовало за ролик про интерфейс, поэтому сегодня я про него и расскажу. Но вначале, что такое вообще HUD или интерфейс? Это различные индикаторы здоровья, патронов, время, мини-карта и так далее. Теперь перейдем к установке HUD-ов. Где их вообще найти? В поисковую строку вбиваем huds.tf, нажимаем на вкладку HUDs, выбираем абсолютно любой, какой нам понравится. Например, Bad HUD. В скриншотах можно посмотреть, как он выглядит. Как-то вот так. Если он нам понравился, то нажимаем «Скачать». Открываем архив. Переходим в Steam. Библиотека. Team Fortress. Нажимаем на шестеренку. Свойства. Локальные файлы. Просмотреть локальные файлы. TF. Кастом. Открываем наш архив. Блять, где он? Сука. Открываем архив. И просто перекидываем Bad HUD в папку. Готово. Теперь просто все вырубаем. Так вот. Нажимаем играть. Запускаем игру. Вот так выглядит меню. Инвентарь. Магазин. Магазин, да. Настройки. Вот здесь ваши друзья. О, даже статистика игр есть. Убийства, смертей. Так, смертей не смотреть, я это заблюрю, не надо. Что это за радуга, блядь? Ладно. Это, походу, уведомление. Здесь поиск игры. Давайте проверим, как он смотрится в игре вообще. Так выглядит меню выбора персонажа. Как видим, все прекрасно работает. Интерфейс очень даже хороший. Но, если вы хотите свой интерфейс, то в этом нам поможет ToonHUD. Прописываем в поисковую строку toonhud.com. Авторизируемся на сайте. Тут имеются вкладки «Мои темы», «Готовые темы», «Случайные темы», «Лучшие темы». В лучших находятся, конечно же, SoundSmith, Delphi, Peacemaker и всякие разные ютуберы. Но я покажу, как именно сделать свой интерфейс. Заходим в мои темы, нажимаем создать новую тему на плюсик, называем его как-нибудь, например, имя, и пишем описание. Оригинально. Здесь мы выбираем шрифт, мне вот, например, такой нравится. Здесь у нас всякие дополнительные штучки для интерфейса, например, соотношение сторон экрана, ну, у кого как. Табло для 24 игроков. Центрированные деньги МВМ. Показать зеленые блики на табло. Показывать новые рекорды. Градиенты оставим. Прозрачные модели, ну тут на любителя. Использовать высококачественные картинки. Тут то же самое. Показать маскировку анимации. Почему бы нет? Центрированный счетчик Uber. Центрированный металл, счетчик липучек, меню построек. А здесь у нас идет коррекция цветов в меню. Конечно, заставим зеленый какой-нибудь вот такой вот. Ну, тут каждый по-своему определяет, что ему нравится. Цвет кнопок. Тоже ставим такой зелененький. Настройки главного меню тоже вот меняем цвет. Почему бы нет? Это настройка консоли. Закладки — это штучки для админов каких-нибудь серверов. Это не всем нужно. Цвета качества. Это вот уникальный, странного типа, старой закалки. Ну, конечно, спасибо Google переводчику за такой качественный перевод. Можем тут цвета какие хотите поменять. Например, уникальный поставим зелененький. Почему нет? Почему нет? Здесь выбираем цвет здоровья. Бар здоровья. Например, пусть будет такой. Крест здоровья, когда мало хп. Тоже ставим дефолтный. Цвет боеприпасов.
идентификатор цели. Тоже поставим. Целевые бары здоровья. Союзников, я так понимаю. Пункт метров. Ладно, так. Это у нас шкала предметов. Ставим, какую мы хотим. Например, ну, по-моему, это самое удобное. Опять же, спасибо Google Translate за понятный перевод. Ну, тут каждый ставит сам под себя. Это показатель нанесенного урона, где он будет показываться, на здоровье или на патронах. Модель класса, какая она будет? Большая, маленькая, дефолтная, сбоку. Я поставлю большую, самое нормальное. Боевой текст. Пусть будет зеленый, пофиг. Это индикатор команды. Это будет показываться сбоку. Такая фигнюшка. Можете вообще выбрать, можете поставить большую. Я поставлю большую. Внутриигровая панель. Цвета меню. Тут оставим все по дефолту. Самый лучший вариант. Чат. Показывать чат в левом верхнем углу. Ну, это кому как. Давайте сделаем, пофиг. Это на skill feed. Тут, ну, все очень грамотно сбалансировано, так что так и оставим. И самое сложное, так понимаю, это прицел. Можем выбрать, какой прицел у нас будет. Ё-моё. Теперь наш интерфейс полностью готов. Нажимаем сохранить. Далее скачать. Ждем загрузки. Если хотите такой же интерфейс, как у меня, то вот ссылочка. Я оставлю в описании, если что. Да-да-да-да. Тунхат скачался, открываем его. Также заходим в Steam. Библиотека, Team Fortress. Нажимаем на шестеренку. Свойства. Локальные файлы, просмотреть локальные файлы. Также TF, Custom. Убираем отсюда подхат. Или другой какой-то хат у вас, который уже стоял. Потому что вместе они работать вообще не будут. Открываем архив. И перекидываем его сюда. Готово. Наш тунхат установлен. Также заходим в игру. Вот инвентарь, магазин, настройки. Посмотрим, как выглядит в игре. Как видим, все замечательно работает. Думаю, этот ход я и оставлю себе. На этом все. Спасибо за просмотр. Благодарю всех донатеров. Голосуй в вопросе. Оценивай ролик лайком или дизлайком. А я желаю хорошего настроения. Увидимся в следующем видео.